Экспериментируем, подбираю себе каленое стекло для печи или камина, чтобы зимние вечера наблюдать за огнем. Какие экстремальные обстоятельства может выдержать стекло на предмет воды? Обязательно, друзья, оставляйте комментарии, кто это уже делал, применял. Вот этот верх, левый, задранный. Каленое стекло. Использовал стекло с телевизора. Так вот лучше видно. В общем, получается, надо делать в рамку, где будем вставлять стекло. Что? Между стеклами для расширения стекла. Подкладку. Теперь испытываем, прыскаем воду. Слышно, как шипит. Прыскаю хорошо. Пошло испарение. Стекло держится, шипит. Вот такое шипение происходит. Сейчас делаем на большой огонь. Так, сделано большой огонь, сейчас хай разогреется и будем пробовать экстремальные условия. Главное спрятаться за дверь. Цель эксперимента — подобрать себе каленое стекло с монитора телевизора или компьютера, чтобы поставить его в дальнейшем печь или камин, что там будем делать, и наблюдать в печи работоспособность стекла, что оно выдержит, какой поток воды, брызг и тому подобное. В общем, выдерживает воду. Отлично. Я положил на край. Но деформация хорошая. Выгнула. Ну, сейчас попробуем. Может, оно такое было, я не обратил внимания. Чуть-чуть передвинул я левее. Меняем положение и увеличиваем объем огня. Теперь положил на середину огня. И отключаюсь, жду на минуты 3-4, хай погреется. Прошло 1,5 минуты. Так, прошло 6 минут. Пробуем еще прыскать. Большой огонь. Трошки страшновато. Как вы заметили, я постоянно увеличил количество воды из прыскалки. Конечно же, хотелось его сложить в печь или камин и проверить на улице, но не хватило времени. Должно бахнуть классно. Ну и так, ясно, что выдерживает стекло. Теперь переходим к главному. Будем лить воду на стекло. Как выдержит? Поддержите видео своими комментариями. Так, все. Да, не выдержало. Взорвало стекло. Триплекс. В общем, брызги выдерживало, а когда стал поливать, вот так оно взорвалось. Все, вы видите. Я когда-то в старую духовку тоже намочил большой объем воды, тоже лопнуло стекло. В общем, на мелкие кусочки взорвалось. Чтобы вы знали, какое ставить стекло. Окей. Что говорит при соприкосновении много воды, происходит взрыв.